проходит сегодня у нас международная конференция. Она организована в рамках проекта «Содействие повышению финансовой грамотности и развитию финансового образования в Российской Федерации». Она знаменует собой определенный этап, связанный с той работой, которая проделывается в рамках проекта. Это и подготовка очередного доклада о состоянии дел в области защиты прав потребителей финансовых услуг. Это и оценка той работы, которая делается в рамках правового просвещения и финансовой грамотности в регионах участников проекта. Это и учет и использование международного опыта, поэтому мы очень рады, что сегодня в конференции принимают участие авторитетные международные эксперты, потому что вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг и финансового просвещения носят интернациональный характер, во многом идентичны с точки зрения проблематики для стран с различным уровнем развития, и поэтому мы очень заинтересованы с тем, чтобы услышать компетентное мнение наших коллег для того, чтобы, если это потребуется, скорректировать наши взгляды и подходы на то, что нужно сделать для того, чтобы улучшить и состояние дел в области правового регулирования этой сферы, и для того, чтобы обеспечить более высокий уровень защиты прав потребителей финансовых услуг. Я поздравляю Роспотребнадзор с тем, что очередной доклад вышел в свет, и он как раз показывает те позитивные изменения, законодательные изменения и позитивные изменения в консультировании граждан, в финансовом просвещении, которые произошли за последний год. На мой взгляд, прогресс очень значительный, но, конечно, мы должны продолжать эту работу, и мы в проекте Минфина России, в проекте по финансовой грамотности будем продолжать заниматься этой темой. Мы очень рады, что одним из ключевых событий сегодняшней конференции стало представление доклада о защите прав потребителей в финансовой сфере, которое компания ФБК уже в пятый раз готовит для Роспотребнадзора. В этом году доклад получил очень высокую оценку как со стороны Роспотребнадзора, Министерства финансов, так и со стороны профессионального сообщества. Мы надеемся, что он будет также интересен для потребителей финансовых услуг.